Слава Иисусу Христу, во веки веков. Аминь, дорогие братья и сестры во Христе. Приветствую вас в нашей общине Божьего милосердия. Мы с вами, я, отец Якуб, и брат Алексей, который готовит видеоматериалы сегодня в контексте Всемирного Дня Миссии. Давайте поговорим о преподобной Полине Марии Жирико. В мире около 1 300 000 000 католиков. Служит в разных местах нашего земного шара около 350 тысяч миссионеров, священников, монашествующих братьев и сестер и мирян. Помогают им около 3 000 000 катехистов, катехизаторов. Больше 1000 всяких разных епархий существует в мире. Кто за этим стоит? Конечно, в духовном плане Бог единый в Троице. Также вся церковная структура. Но, как говорят некоторые, за этим миссионерским делом бьет сердце женщины. Женщины, которая в начале, в первой половине XIX века, положила начало невероятному миссионерскому делу. Делу, которое захватило не только уж тех, которые являлись священнослужителями, монашествующими, но также многих мирян. Женщина, которая отдала свое сердце, свой энтузиазм, а прежде всего свои возможности, невероятные возможности предпринимательские и организаторские, и привела к тому, что каждый человек, каждый крестьянин в силу своего крещения, а прежде всего, имея желание, может подключиться хотя бы в минимальной степени в этом деле распространения благой вести по всему миру. И этим была как раз преподобная Полина Мария Жирико. Преподобная, еще значит не блаженная, еще не святая, но все на пути к тому, чтобы ее провозгласить блаженной. И как намечено уже, в следующем году, в мае месяце, состоится ее беатификация. Давайте послушаем сегодня об этой невероятной женщине, которая отдала самую себя на служение миссии. Полина Мария Жирико родилась в семье верующих католиков во Франции 22 июля 1799 года. Была последней, седьмой и последней дочерью Антуана и Жанны Жириков, которые торговали шелком в Лионе. Происходила, значит, из достаточно состоятельной семьи, которые сопровождали ее и обучением, и всякими разными возможностями в жизни. Была это благочестивая семья. Полин была крещена в день своего крещения. В своем детстве вела себя абсолютно, как сказать, нормально. Была веселой, жизнерадостной девушкой, очень решительной и даже, когда-то говорят, упрямой. Сама говорила о себе: «Я родилась с пылким воображением, поверхностным отношением, жестоким и ленивым характером. Я была бы полностью поглощена другими вещами, но Бог дал мне верное сердце, которое легко предалось благочестию». У нее был брат младший по имени Финеас, и тот был полон решимости стать миссионером в Китае. Маленькая еще тогда Полина Мария Жирико, и как услышала об этом, немедленно решила пойти с ним, чтобы служить в Китае бедным, обездоленным и больным людям. Чувствительное сердце с самого первого мгновения, я бы сказал, сознания Полины Марии Жирико. Как сама отмечает, в молодости, в подростковом возрасте была совсем непостоянна в своем благочестии. С одной стороны, могла долгие часы оставаться перед пресвятыми дарами, молиться, читать святой Розарий. С другой стороны, тянула ее также, чтобы участвовать в общественных мероприятиях. Как говорила, носить элегантную одежду, фантазировать о возможных идиллических браках. Ее восхищались молодые люди, была весьма красивой молодой девушкой. В возрасте 13 лет приступает к первому причастию с большой набожностью. Тут действительно благодать Божия в ней развивается. Но тут происходит несчастный случай, переломный момент в ее жизни. Когда ей было 15 лет, она упала где-то с высоты, и когда убирала дом, и сильно ударилась о землю. Травма была, но поначалу казалась незначительна, но потом оказалось, что она на самом деле как-то повлияла на нервную систему молодой
Полины Марии Жарико, из-за чего она не могла правильно двигать конечностями и нормально говорить. Были предприняты разные лечения, разные процессы реабилитации, но все это ни к чему. И врачи были пессимистически об этом наставлены. В это время, конечно, начинаются также проблемы со здоровьем с ее матерью, с Жанной Жарико. И та, услышав еще о гибели своего первенца, нарцисса, попадает в очень сложное болезненное состояние. И в 1814 году Жанна Жарико, мама, умирает. 15 лет тогда было Полине Марии Жарико. И тут интересная вещь. Как потом узнала Полина, ее жизнь и ее исцеление, то, что она дальше могла жить, несмотря на это болезни, она должна своей матери, которая, когда увидела, что в таком состоянии ее дочь, сделала своего рода обет, попросила у Иисуса: «Господи, возьми мою жизнь, а верни ее и дай полноценную жизнь моей дочери Полине Марии». И, видно, ее просьба была услышана. Жанна умирает, дочь живет. Причем ее жизнь начинает преображаться. Кто-то ей посоветовал, чтобы после всего этого приступила к таинствам. Действительно приступает к таинству исповеди и Евхаристии. И тут где-то встретила какого-то особого священника. Может быть, это был духовный отец, может быть, кто-то, кто ей сказал несколько каких-то правильных слов, поставил ее на правильный путь, оказал огромное влияние. И тогда оказалось, жизнь и духовная у Полины Марины, Марии Жарико, стала восстанавливаться. Когда услышала о смерти своей матери, о всей этой ситуации, просит, чтобы ее отправили в главный храм Лиона, Нотр-Дам-де-Фурвер в Лионе. И там, перед представлением Божьей Матери с младенцем Иисусом, начинает молиться и проживает какой-то особый дар, получает, где чувствует, что она должна посвятить себя с того момента Богу, раз ее жизнь, она чуть ли не чудесным образом была исцелена, спасена. Приносит своего рода обет целомудрия и дальше хочет посвятить себя исключительно служению бедным, ежедневному посещению больных и умирающих, наложению повязок на их раны и предложению им слов утешения. Какая-то христианская благотворительность. Сердце, которое в возрасте 15 лет начинает бить уже не для себя, но для бедных, обездоленных. Но это только начало. Наша Полина Мария Жарико не чувствует себя призванием, чтобы стать монахиней. Реализовывать вот от такого миссию, такое призвание, служить бедным и нищим, она могла бы в любом монашеском ордене. Нет. Она говорит так: «Меня создал Господь, чтобы любить и действовать. Мой монастырь – это весь мир. Создал мне Господь, чтобы любить и действовать. А мой монастырь – это весь мир». Так начинается ее невероятное служение в церкви братьям и сестрам. Обращает в первую очередь свое внимание на положение женщин, которые работают в многочисленных разных, предприятиях шелковых в Лионе. Их, конечно, состояние ужасное. Порой они работают, правда, в рабских условиях. Полина в то время молится очень часто перед пресвятыми дарами, читает розарий. С другой стороны, видит и сама чувствует, как много от Господа она таким образом получает. Вот идет с этим предложением к этим женщинам и создает, сначала вступает в ассоциацию Святейших Сердец Иисуса и Марии, а потом создает общество под названием «Воздаяние». Это общество, в которое она приглашает вот именно этих женщин, которые работали как рабы. В этой общине, молитвенной общине, она понимает прекрасно, что может им кое-как помочь, но прежде всего сам Господь будет давать им свою любовь и через Евхаристию будет их лечить, поддерживать, укреплять. Будет источником их духовной пищи для многих.
Оказалось, что именно это общество, молитвенная, совсем неформальная группа, созданная, ну вот, женщиной, девушкой в подростковом возрасте, и, может, даже не 19, не 18 лет, оказалось весьма, ну, как сказать, востребованным. Многие начинают посещать эти молитвенную группу, и там находят свое утешение и понимание. И тут происходит очередное, я бы так сказал, случайное событие. В то время ее брат, брат Филеас, учится в Париже в семинаре и готовится к миссионерской поездке, паломничестве, путешествии в Китай. И он передает Полине Марии Жарико информацию, ну, бы сказать, миссионерского характера. Прежде всего, делится тем, в каких ужасных условиях работают миссионеры на территории Китая, какая беда и нищета у детей, как не хватает средств для многих вещей. Просит свою сестру, чтобы она каким-то образом и помолилась, и собрала, может быть, какие-то средства. Тогда хотя бы кому-то можно будет помочь там, в далеком Китае. И тут начинает проявлять свою невероятную предпринимательские способности и организаторские возможности молодая Полина Мария Жарико. Ей 19 лет, и она начинает, ну, собирать, организовывать, ну, группы, которые бы молились и каким-то образом собирали средства. Но делает это очень удачно, потому что она собирает их в группы по 10 членов, и во главе этой десятки ставит лидера 10, как она сказала, дизайнера, для каждых 100 членов сотника, и для каждых 1000 членов тысячника. Каждая группа, значит, по количеству состоит из 10 человек. Какая обязанность как у каждого члена? Каждый день как-то помолиться и один раз в неделю принести одну монетку, денежку. Какого денежку? Но это называется около 10 франков, как говорят. Значит, это столько, сколько одна булочка стоит. Вот это, значит, совсем мало. Участие, значит, каждого человека в этой группе подразумевало, ты каждый день молишься и приносишь эту монетку. Вот тот, который является у тебя в твоей группе, твоим, ну, лидером, сказать, кто отверяет за эту десятку, собирает свои денежки и передает выше и выше. И так, оказывается, можно собрать немалое количество людей. Невероятно, молниеносно распространяется эта идея, и каждый хочет вступить и участвовать, ведь это совсем мало, помолиться каждый день и, с другой стороны, принести денежку. Дорогие, официально, и вот это сообщество, которое занималось молитвой и сбором средств, было, ну, создано в 1822 году. И стало оно началом общества для распространения веры. Через какое-то время, из-за того, что пользовалась огромной популярностью, и, с другой стороны, финансы неплохие переходили через эту общину, была создана специальная комиссия. А через несколько лет, через 100 лет, вот это общество для распространения веры было преобразовано в папское учреждение для распространения веры. И таким образом Святейший Отец стал тем, который благословлял и передал свою отцовскую заботу над этим движением. Что это подразумевало на самом деле? Каждый из участвующих чувствовал себя ответственным за дело миссионерское и молитвой, и какими-то средствами. И это очень сильно распространялось, и это действительно дало какой-то импульс, новое начало, энтузиазм. Ведь эти встречи подразумевали разговоры, беседы, эти встречи подразумевали и молитву, и деление. Через год, в 1823 году, Полина Мария Жарико оставляет вот эту ассоциацию, руководство, начинает заниматься чем-то другим. И тут еще одно ее дело, которое по сегодняшний день у нас есть. Это, конечно, и есть, но живой розарий. В 1826 году, воодушевленная успехом своего подхода к миссионерской работе через создание небольших групп, Полина похожим образом организовала живой розарий. Понятно, что прочитать 15 тайн для каждого человека – это может быть слишком много.
Она создавала группы по 15 человек, и каждый человек должен был только прочитать одну тайну в течение дня. И таким образом в течение дня вся группа прочитает весь розарий. Вот, по сегодняшний день миллионы людей принадлежат к этому течению, к этому движению живого розария, правда? А ее начало положила вот эта девушка, которая тогда была всего-навсего 27 лет, где черпала силы Евхаристия, молитва, причащение, где-то близость к Богу и, с другой стороны, все эти свои организаторские способности. В 1831 году она написала: «Группы из 15 продолжают размножаться невероятной скоростью в Италии, Швейцарии, Бельгии, Англии и в разных частях Америки. Розарий распространился на Индию и особенно на Канаду». И Полина надеялась, что живой розарий объединит людей, рассеянных по всему миру, в пылкой молитве за миссию церкви. Оставляет это действительно, это распространяется достаточно спонтанное, но тут она начинает приступать к новому делу, и у нее новые идеи. Далеко не все оказались успешными. Она действительно думала о том, что может и социальным образом как-то помочь этим бедным, ну, труждающимся женщинам. Хотела основать небесный банк, послушайте, так называемый, своего рода сберкасса, в которой бедные люди могли бы каким-то чистым образом получить какую-то поддержку. Дальше думала идеальные предприятия, но где-то основать, где, ну, труждающихся достойно бы работали и получили достойное вознаграждение. Поэтому, ну, пыталась создать металлургический завод «Рустрель». Тут это, конечно, не получалось. Потом пыталась создать даже монашеский орден для женщин, дочери Марии. Эта конгрегация тоже как-то не получилась у нее. Вступает и развивает экуменический рух, невероятный творческий подход к жизни. И несмотря на то, что все меньше и меньше у нее было средств, она попала в долги в какой-то момент из-за этих неудачных каких-то попыток, тем не менее она не сражается, она идет на правильный путь. Она действительно много чего сделала, но с другой стороны и много ее неудачи. В какой-то момент получает крест. Крест деревянный она получает от своего друга Иоанна Марии Вианея, от своего жениха, от Иисуса, получает очень много других крестов. То есть тех, которые действительно причинили очень много боли. В 35 лет была ужасно заболела. Болезнь была смертельной. Она поехала с специальным паломничеством к санктуарию Святой Филомены, недалеко Неаполя. И там она получает чудесное исцеление. Однако после этого, правда, ее жизнь и эти неудачи, ну, приводят к тому, что она уходит на маргине. Интересная вещь, что в 1853 году, когда ей было 54 года, была вписана в реестр кого? Убогих и нищих города Лена. В 1862 году умирает. Умирает 9 января. Никто не знает. Брошена. Никому не нужна. Свое дело она сделала. Ждет ее небо. Дорогие, интереснейшая вещь. В какой-то мере, можно бы сказать, о ней мир забыл. Но, с другой стороны, ее дело, общество распространения веры, существует по сегодняшний день. И в ней видеть свою основательницу. И, как я сказал, ее сердце является тем сердцем миссионерским, которое бьет за этими невероятными возможностями, которые сейчас в церкви есть. В 1910 году начинается беатификационный процесс Полины Марии Жарико. Затем в 1963 году Папа Иоанн XXIII разрешает называть ее преподобной. А вот в следующем году, в 2022, наверное, дождемся ее беатификации. Полина Мария Жарико. Женщина, как спичка, которая подожгла миссионерский мир в позитивном плане. Ее сердце и дальше бьет за этим миссионерским делом. Она девушка, мирянка. Для нее монастырем был весь мир. Это благодаря ее делу, ее творческому духу, ее самопожертвованию. Церковь сегодня пользуется, имеет такие возможности,
А каждый из нас может участвовать в такой форме молитвенной и делясь своими денежками в этом обществе распространения веры. Господь с вами и со Духом Твоим. Да благословит вас всемогущий Бог Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Иисус, уповаю на Тебя.